сегодня у нас на заправке картридж CEXV33. Вы, наверное, уже все знаете, как он заправляется, тут ни для кого не секрет. Я просто хотел показать, чем мы его заправляем. Ну, чем можно его заправлять, и он будет работать без проблем. Вот, во-первых, вот эту крышку можно снять. Вот они. То есть он снимается и там заправляется. Но мы делаем немножко проще. То есть мы откручиваем вот этот защитный клапан. Так скажем, это транспортировочная, скорее всего, защита. Как-то так, наверное, называется. Вот. И мы это делаем все пылесосом. Мы вот через это отверстие, то есть мы вот это вынимаем. Опс. И вот здесь вот поддели, и все. То есть никакого проблем, чтобы нам вот это не снимать все. Да, тем более дырка большая будет, пылить очень много будет, когда заправлять будете. Вот и все. Вот, чем мы заправляем? Мы заправляем вот этим тонером. У нас мы просто раньше заказывали. У нас там много его было, этого тонера. Это одна из последних. Специально для него EXV33, вот здесь даже написано, 650 грамм. То есть, но мы уже пробовали вот этот тонер, AMX-NG. Он работает точно так же, как этот. Никаких проблем вообще. Все чистенько. Плотность отличная. В дальнейшем мы будем заправлять вот этим тонером. Просто нам надо сейчас остатки израсходовать, которые ранее покупали специально. Вот. А так, МГ хорошо работает на нем. Так что, как-то так. Это, конечно, еще те торпеды. На самом деле неудобно с них заправлять. Слишком длинные. Сбалтываем его как положено. Вот. МГ, кстати, тоже 650 грамм сюда идет, нормально влезает. На 14600, по-моему, тысяч ресурсов на странице. Открываем. Можно заказывать в таких бутылках, как говорится. Просто не вижу смысла. Эти намного удобнее, этот тонер у нас ходовой. Так, много картриджа заправляем. Вот. Здесь как стоя заправлять никак не удобно. То есть именно стоя. Там, кстати, еще, если вот эту крышку снять, там такая штуковина стоит с лопастями. Вот. И мы когда сейчас заправлять будем, у нас меньше будет пыли отсюда вылетать. А она будет вылетать. А если это все снять, полностью там такое отверстие будет, то он пылить еще больше будет. Ну и вот для того, чтобы у нас меньше пылило, то есть мы через это отверстие снимаем вот эту клипсу. И все. То есть в принтере, когда он устанавливается, эта клипса точно так же отходит. То есть хопс, и начинается подача тонера. Чтобы 650 грамм влезло, потом сейчас там кипит, условно скажем так, воздух выходит из него, а сейчас немножко просядет, и тут осталось совсем немножко заправить. Тут грамм 50 осталось, все. Так, вот и все. Крышечку обратно садим, тут не ошибетесь. Немножко поджимаем просто вот эти, чуть-чуть вообще, и все, она туда, опс, села, все. Тут просто уплотнение идет, резиновое, вот они, и она вот, хопс, садится и фиксируется. Вот и вся заправка.
спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.